is yet to come. Too many times has come to pass. Too many moments put aside. Getting out alive, getting out alive. Writing letters in the sand. Hand. Through the sunrise I will thrive. Getting out alive, getting out alive. When you find that open door, you gotta let them love you more. Tender hearts will always fight the darkness of the друзья, закончил я изготовление своего компактного туристического столика. Сделан был полностью из сосны. Это сделано специально, чтобы максимально облегчить его вес. Если бы я делал бы его из металла, то он бы был намного бы тяжелее. Почему я сделал столешницу вот из таких реек? Это тоже сделано для того, чтобы максимально облегчить вес. Если бы я сделал бы из сплошной фанеры, то стол бы примерно грамм на 500 на 600 был бы тяжелее. Еще один плюс такой столешницы, то есть если вы разобрали стол где-нибудь на улице и вдруг, если пошел дождь, столешница спокойно через эти отверстия будет пропускать воду. Такая технология применяется как раз вот на уличной мебели, там не делаются сплошные столешницы, а делаются они как раз из решеточек. Размеры на данный столик я оставлю внизу под видео. Те, кто еще не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь. На нем вы найдете много интересного и полезного. Ставьте оценки, пишите комментарии. Ну, а на сегодня у меня все. Вы были на канале Дэн Дэн ТВ. Всем пока!